доброе утро. Я тут цветочками своими все их полила. Музыка орет. В общем, и полила, и хожу, рассматриваю, и поняла, что меня кто-то, смотрите, не кто-то, а там какой-то червячок, вот, и жрет его, вот этот цветок. Представляете, вот так вот как-то. Ну, у меня такая фигня есть, я полила его, ну, не полила, а опрыскала. Вообще. Тут царица. Вот такой фигней опрыскивала. Тут вроде бы от всяких... Как заболеют еще мои цветочки. Ай, песенка хорошая. Вообще хорошенькая песня. Пою. И этот вот раскрепит и скрипит, замочит. В общем, этот цветет. Смотрите, как и процветает. Зараза такая. Он еще не расти-то не успел. А его уже жрать. Я вот так вот посмотрела, там червяки какие-то. Я их, конечно, всех убрала. И они все равно это и полила на всякий случай. Она моя, моя неземная, ты меня нашла. Главное, чтобы фикус мой никто не жрал. Надеюсь, его никто не сожрет. Как я с тобой пойду. Смотрите, погода вроде налаживается. Но так прохладненько, хорошо. В общем, пойду завтракать. Чарли гулять и, ну, и другие планы у меня есть. Так что оставайтесь на связи. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here. Та-дам! Мы уже нагулялись, ветер такой на море. Я сегодня вот так свою сумочку надела. И свои шлепки, они мне уже нормально. В общем, я сейчас покушаю. Потому что не хочется приезжать и сразу там кушать. В общем, я еду на шопер детский. Кое-что племяшки докупить, но уже не в Гранаду, а в сторону Малаги. Мы приезжаем в Малаги, наверное, километров 50-40. В общем, в часе езды отсюда. Торговый центр или Ingenium. Вот, и чтобы там не кушать, потому что время как бы как обеденное уже будет. Пока что не обеденное. Я сейчас поем, и все, и будет мне счастье. Чтобы не тратить ни время, ни деньги на еду. Я одна не люблю есть, ну, вот там вот, куда, если куда-то едете, поэтому я лучше дома поем. Экономика должна быть экономной. А кушать я буду. У меня макароны остались, спагетти. С песто. А муж сказал, он придет себе картошку пожарить. Для него это счастье, жареная картошка. Он сразу такой, ой, а я к сестре пойду есть. Я говорю, здрасте, а Чарли что, один будет здесь сидеть целыми днями? Он, и правда, и все. Макароны, кстати, храню в пакете. Очень удобно, не засыхают. Видите, сейчас просто переложу на тарелку и разогрею. И положу песто. В общем, такие вот у нас планы. Буду уже подарки собирать. На этой неделе уже родственники уезжают, поэтому время так быстро летит. Поэтому вот так. Ну вот я и доехала. Так жарко на улице здесь, несмотря на ветер. В общем, сейчас пойду посмотрю. Все занято, машин дофига. В общем, пойдем. Спортом заниматься, шопинг называется. Вот видите, я здесь еще вас, по-моему, раньше ни разу не водила. Так вот здесь ветер какой. Магазин, в который я пришла, называется Сея. Вот. Вот так. Мне раньше этот магазин очень нравился. Здесь много больших размеров. Когда я была на 20 килограмм больше,
то здесь могла бы я одеться нормально. И знаете, все такое не бабское, как бы модненько, красивенько. Вот видите, даже там манекены такие вот полненькие. Это я. Вот, так что мне нравилось сюда ездить. Будем смотреть. Ну, я, конечно, это я сейчас так смотрю. Мне нужно в детское, а не здесь. Ну, везде можно все посмотреть, правильно? В общем, если что-то интересное увижу, я вам покажу. Зато здесь суши продаются. Можно суши поесть, представляете? Я дома поела. Всякие разные. Кафешка такая сушная. Ну, здесь больше иностранцев, поэтому, наверное. Так, здесь ногти. Я так давно здесь не была. Что уже... Ух ты, блин. Что уже не помню. Даже да и помню, что здесь просто все изменилось. Вообще, я не была здесь, наверное, не знаю, год, если не больше. Как-то все больше в Гранаду, в Гранаду. Ой, тут все детское за 3,6,9. Пойду позырю. В общем, 3,6,9 это только завлекающий маневр. Когда туда заходишь, там за 3,6,9 ничего нету. Ну, в принципе, как обычно, может, знаете, какие-нибудь труселя положат вам за 3 евро. И типа не отвертишься, спросишь у них, а что у вас за 3 евро? Они тебе эти труселя и покажут. А на самом деле, вот тут эросский магазин есть. Эросский, кстати, тоже большой очень супермаркет. И там, я знаете, когда не было еще нори для суш, я вот именно там нашла. Здесь целый ряд продуктов таких вот с разных стран. И я вот там покупала себе для суши рис и всего, всего. Это сейчас вот они, как говорится, везде есть, в каждом магазине. А раньше ни риса, ни нори не было. Ни в каком магазине приходилось как-то самим искать. И вот я находила в этом бижутерии. В общем, буду ходить. И смотрите, еще и очень хочется пить. После макарон с песто. Чеснока наелась, иду. Как дракон пылающий. О, Кико. Ну, в Кико я хотела посмотреть сестре подарок. Ну, это я у себя в городе, что ли, а как? У меня нет времени туда. Сейчас пойду посмотрю. Хотела пить. Что взяла себе коктейль в Бургер Кинге. Но это больше даже мороженое, чем коктейль. Так что жажду на мою не утолит. Но все-таки вкусняцкая штука. А это магазин Динос. Какие-то вы у меня грязные. Вот, вроде почище. Здесь тоже есть большие размеры. Но меня интересует детская одежда. Ну, еще мужская. Мужскую тоже я не пропускаю, поэтому тоже будем смотреть. Вот так вот. Что-то я тут не вижу скидок. Детская была. Вообще все. Я уже за 100 лет тут не была и не знаю, что, почем и как, где находится. Вот тут вроде бы детская, да. Все. Пошла я смотреть. Я уже купила кое-какие бодики. Я вам покажу все дома. Все такое интересное, все такое милашное. Ой, юбочка, смотрите, какую я купила племяшке. Это прям уже с штанами. Вот, столько всего хорошего. Буду смотреть, выбирать, что нравится, что не нравится. Все такое мимишное, все такое милашное, прям вообще. Такое холосенькое прям. В H&M. Уже, знаете, хожу так, лишь бы мне нужна белая майка большая, длинная. Вот, я у меня кое-что в голове сообразила. Нужно мне майку белую. Наверное, в мужской пойду отдел, чтобы посмотреть. В общем, ой, как прям под горло, ужас какой. В общем, уже устала. Уже хочу домой, все. Хотя время, знаете, 3 часа всего. Не так уж и долго я проходила. Я уже, в принципе, все купила. Мои племяшечки кое-что. Все, приеду вам обязательно домой, дома покажу. Ого, какие.
прям трусы семейные. Вы знаете, мне кажется, такие короткие и на таких полных дам вот это все потом влезет в одно место и будет некрасиво. По опыту знаю, поэтому о, симпатичная. Если побольше взять размер, то можно придумать, что я хочу. Мне нужна она, главное, длинная, чтобы была. Пойду замерю. Я уже дома. Завариваю себе чай. Блин, что-то я не обратила внимания. Ну ладно. В общем, купила бодики такие, племяшки свои. Они с коротким рукавом. Ну, на сейчас ей нормально тоже. Они и размер маленький. Ну, как маленький. Я думаю, что ей нормально будет вот такие. Носочки. Носочки уже такие теплые. На зиму, скажем так. Такие с ушками. Сейчас модные с ушками. Но тут почему-то идут одни с ушками, а другие без ушек. С мамой делах. Соскучился по маме, да? Соскучился. Скажи, где ты была? Ты вообще где-то шлялась-то? И шляется, и шляется. Ой, моя рабочая такая. Еще одни носочки такие более летние, тоже с ушками. Вот. Их тут сколько? Раз, два, три, пять. Пять пар. Вот. И вот такую курточку на осень. Прикольная, мне кажется. Тут даже какая-то блестючая. Такая классная. Капюшон с козырьком. Ну, вообще будет девочка красивая. Это Зара, как вы видите. 16 евро, на 10 евро меньше. Вот такая курточка, мне кажется, на лето, оно прям ей суперски будет. Ой, так классно, и сзади тоже такая. Ой, а тут, а вот тут даже имя пишется, посмотрите. А как может такой ребенок маленький потеряться? В общем, с вишенками сзади. Мне кажется, будет модная деваха моя, племяшечка любимая. С карманами. Ой, ну вообще будет крутышка. Все, больше я ей, наверное, ничего не буду покупать. Я и так голову всю сломала, потому что знать бы, что есть, что нету. В общем, вот так. Собирали лимонадки. Теперь нужно вкусняшек купить брату. И остальным племянникам постарше, которые... И все. И готово будет. Вот такие дела. Что-то я в этот раз устала больше, чем вот когда ездила в Неваду. Я не знаю, почему, в чем дело. Может быть, погода. У нас такой ветроган вообще. На море шторм. Ужас. Все кружится, летает, летает. Я родственникам позвонила, говорю, там шторм на море. Они все равно на море собрались. Кстати, я уже отвечала, почему они не живут здесь. Они снимают квартиру в соседнем городе Альмунекар. Там у них подружка у моей сестры живет. Им так удобнее. Их 5 человек. Полная, полноценная семья. Поэтому им там удобнее. Им подруга ее сдает квартиру у них подешевле. Так что все логично. Не обязательно ехать сейчас к кому-то и жить у кого-то. Нет, если бы приехал, допустим, мой брат один или с там семьей, то, естественно, там со мной бы жили. Это даже не обсуждается, потому что как бы брат, да, двоюродная сестра, они приехали также и к подруге. Вот, они там тусуются, как им нравится. Я, в принципе, когда, я уже говорила, когда в Москву езжу, я тоже особо-то тусю-то с своими подругами. Останавливаюсь, конечно, у брата, но основное время нахожусь с подругами. Мы там встречаемся, правда, у всех дети, но все равно. Так что вот так, я не знаю, почему. Вот, что еще сказать? Ну, что сказать? Ну, пойду чай пить. Вкусный, который мне привезли с Иван-чаем. И складывать все это в эти. В пакет. Ну, чего ты? Кстати, носочки стоят евро 90. Вот эти. Здесь их 3 штуки. Эти. 5 евро, что ли? Может быть, тоже евро 90. Даже не знаю. Это 10 евро стоило. Это я точно помню. 9,50. Хотя 5 евро дешевле.
Вот. Ну и курточка, я вам говорила, 15 евро. Прикольная такая, классная. Мне нравится. Так что вот так. Вышла с Чарли. Сейчас погуляем. Вот так гуляем. И кое-что сделаем. А что и для чего, узнаете завтра об этом. Нам сейчас на пляж нужно поехать. Только в мой город Салабрию, где я работаю. Мы уже ждем на его машине. Машина чистая, как и видите. Нет, еще надо ждать. Ждем. Какие рискованные. Я раньше тоже так плавала. Сейчас я бы 100 раз подумала. Нет, 1 раз подумаю и скажу, что я бы не полезла. А лет 6 назад я точно так же купалась в таких же самых волнах. Я уже рассказывала, что там главное знать, когда заходить. Вот вы видели, они там стояли, сначала ждали 3 волны. Когда 4-я придет, спокойно они заходили в море. Так, ну я бы не зашла. Ветер, прохладно. В общем, море теперь будет ледяное, так как оно смешалось из-за этих волн, шторм. Надеюсь. Я смотрю по погоде, вроде бы завтра уже стихнет. Но я не знаю. Они говорят здесь, если один день, вот это поненте называется, когда ветер оттуда идет. Один день, 3 дня, 6 дней, вот так. Так что не знаю. Посмотрим завтра, поживем, увидим, потому что завтра кое-какие планы. Так что не устану говорить, подписывайтесь и будете в курсе всех моих событий. Мы с Чарли идем, как всегда, гуляем. Завтра я опять сюда приеду на свою работку. А сейчас мы с ним прогуляемся. Такая влажность опять и от моря, от всего, что у меня уже иду вся сырая. Ну, жары не чувствуется, 24 градуса показывает. Ну нет, побольше, наверное, 26-27, вот так как. Но море, конечно, холодно. Все, дела сделали, едем домой. Я помимо того, что приехала домой, так я тоже кушать на завтра готовлю. У меня там кролик в вине уже тушится, чтобы мягкий был. Тут я нарезала овощи. И с картошкой будет. Такой у меня, как это назвать-то? Так брашкой пахнет вообще. Алкоголь выпаривается, вино. И пахнет, знаете, чем? Самогоном. Но он выпарится, и все нормально будет. Когда говорят, готовят еду с алкоголем, это не значит, что там алкоголь. Алкоголь весь выпаривается, и остается вот этот вкус вина, но не как алкоголь. Так что это можно даже детям. Ладно, к чему это? Это будет такое тушеное, не знаю. Вкусно будет, в общем. Угу. Буду дальше готовить. Это все готовится у меня там. Кушает. Он всегда кушает, когда я на кухне. Стоит мне уйти из кухни, он перестает есть и уходит. Поэтому стою, жду, когда он поест. Маленький мой. Да. Кусай, кусай. Все, не будем отвлекать. А то сейчас перестанет есть.
Буду с вами прощаться до завтра. Завтра тоже обещает быть интересно, так что не пропускайте. Встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.